Ну, наоборот, хорошо. Чем выше уровень, тем интереснее посмотреть. Единственное, плохо, что много травмированных игроков. А кто именно? Ну, кто именно? Ну, это ряд наших ведущих игроков. И... Тарас, Чигиринский, ну и Воронин, многие другие еще. Поэтому, ну, не имеет, в принципе, не имеет значения. Я думаю, игра будет интересная. Все-таки открытие стадиона с такой хорошей командой, а наоборот. То, что все-таки новый стадион, фартовая новая форма. Завтра новая форма будет играть? Не завтра. Не завтра. Я не знаю. Новый стадион как-то не будет давить психологически? Такая огромная арена. Нет, на нет. Наоборот. Наоборот. Наоборот, Олимпийский, да. Не будет давить на Андрея Шевченко? Наоборот. Наоборот. Я думаю, что должны быть положительные эмоции. Нам... И полные трибуны должны дать более задор и желание игрокам. Скажите нам сильные стороны сборной Германии. Чего ожидать от этой команды? А эта команда очень быстро переходит из атаки в оборону, из обороны в атаки. Это такая очень, с очень быстрыми игроками, очень хорошо организованная. Поэтому нам будет очень сложно и надо очень внимательно играть. Практически нельзя вообще ни на секунду отпускать их и не допускать ошибки, потому что команда с такими квалифицированными игроками и с очень быстрыми, она не простит никогда ошибку. Мы с немцами очень хорошо играем дома. Два матча, две ничьи, правда, там немножко... Ну, это уже история, это все в прошлом. Сейчас будем стараться сыграть хорошо. Положительный результат для нас – это всегда плюс. Конечно, бы хотелось выиграть. Как Рому Безуса встретили в команде? Нормально, но сейчас будет тренироваться с нами. Потом первые тренировки. Всегда, если хорошие молодые игроки с хорошим настроением приезжают сюда, это большой плюс для команд. Андрей, а лично для вас сборная Германии когда-то не пустила сборную Украины в Европу, на чемпионат Европы? Вообще, вы забивали Германию, как вот для вас эта сборная? Ну, сборная Германии, ассоциация, это одна из самых сильных команд в Европе. Тем более сейчас у нее очень много хороших, талантливых молодых игроков, как сказать молодых, которые уже играют в больших европейских клубах. Это очень хорошая команда с большой перспективой. Поэтому нам будет очень интересно с ними сыграть, попробовать свои силы. Не подшучиваете над Тимощуком, что завтра ему придется, ну, в 11 числа придется играть против своих? Нет, не подшучиваем. Но я думаю, у него будет больше мотивации сыграть хорошо. Показать себя. Да. Ну, что важнее, все-таки результат сейчас, добиться результата со сборной Германии или показать отличный? Я думаю, и то, и другое. Самое главное – это себя проверить. То есть результат однозначно не влияет, и уровень игры хочется показать. Просто хочется проверить себя, посмотреть, как команда будет выглядеть с хорошей командой. Но это возможно все-таки с таким количеством травмированных игроков? Возможно, чем конечно. Чем будете брать? Будем брать коллективной игрой и забитыми мячами.